Cherry Tiggo 2, 2779 километров пробега. Какие-то жалобы, нарекания? Нет жалоб. Никаких жалоб нет. Все, хочу записаться на установку защиты картера к официалам. Позвонил к ним, они были заняты, сказали перезвонят. Ну и, конечно же, никто не перезвонил. Вот, то есть там, судя по тому, как проходило первое ТО и вообще отношение к клиентам, не самое лучшее. Вот, что еще тут нового? У нас тут 10 градусов тепла. Но через несколько дней обещают снег. Температура ночью в минус уйдет. В Астане прогноз смотрел вот понедельник. Ночью будет минус 31. Можно испытать Cherry Tiggo 2, кто там живет, на эксплуатацию в экстремально низких температурах. Эксплуатация в экстремальных условиях выживания. Поедем испытывать вас? Да, поехали. Что там, потрескается что-нибудь, растрескается, заморозится, не заведется. Может, там тормоза замерзнут, еще что-то. Вот, зрителям канала показать, как это оно. Окна? Да. Да, вдруг еще окна замерзнут. Перекрестки первые ехать, если нет знаков приоритета. Кто правее? Кто справа? Там, не знаю, будут ли тебя пропускать. Там, наверное, знаки стоят. Да.